Сообщение о возгорании в многоквартирном доме по адресу Новосадовая, 30 поступило на пульт дежурного в 2 часа дня. Для борьбы с огнем было направлено 133 человека и 40 единиц техники. Дома в этом районе стоят вплотную друг к другу, проехать габаритным машинам оказалось непросто. Из жилой постройки сотрудники МЧС эвакуировали 45 человек, в том числе 15 детей. По словам очевидцев, возгорание произошло на 7-м этаже 7-го подъезда. Жители дома Николай и Тамара Асмолова оказались в дымовой ловушке. Мы уже узнали, когда у нас свет отключился, стали выскакивать. Свет. А там уже нельзя. А там уже невозможно дышать, и все гарью покрылось. То есть горение уже началось сильнее. И вот мы с 9-го этажа нас пожарники выводили в этих масках, чтобы мы не задохнулись. Они сами в масках и нас в масках. Потому что там дышать невозможно было. Мы даже вот руку на расстоянии не было видно. Сергей тоже живет в этом доме. Узнал о пожаре, когда был на работе. Ему позвонили родители. Говорит, сразу поехал домой и увидел, как во дворе разворачивают пожарные рукава. Начали, то есть, тушить, поднялись выше, и пожарники тушили сверху вниз. Вот, люди там, видно было, то есть, в истерике бегали, искали животных, соседей. То есть, страшно. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу. Пожар номер 2. На месте пожара происходило горение с 5 по 9 этажи с уходом огня в квартиры на 7, 8 и 9 этажах. Огонь распространялся сверху вниз по балконам и охватил площадь в 250 квадратных метров. Пожар был локализован в 15:34. Один человек погиб. Его личность устанавливают. Максим Магомедов, Василий Колдашов. События.